Детям, взрослым, коллегам и друзьям. Сувениры уже много лет являются незаменимым подарком людям любых возрастов. Но подобрать эксклюзивную вещицу под стать его владельцу удается далеко не всегда. Кольчугинское предприятие под названием «Никляевское литье» не просто решает эту проблему. Специалисты завода цветных металлов готовы воплотить в бронзе любую задумку. Владимирские бренды и праздники находят отклик в миниатюрных работах кольчугинских мастеров, а затем украшают дома и кабинеты. Микляевское литье мы не зря назвали, потому что люди у нас с нашего Микляевского, Микляев такой, деревня такая есть, значит, люди стали ходить на заработки. То есть там целый клан людей, как назвать, ну, продолжатели, что ли, вот, начальники всех этих вещей, они работали вот на этих всех производствах. Мастерская по изготовлению литейной продукции в Кольчугине появилась в 2008 году. Сначала здесь совместно с реставраторами изготавливали различные застежки и уголки для старинных книг. За несколько лет ассортимент значительно расширился, и предприятие вышло на серьезный уровень государственных заказов. Начинали, конечно, с коленок, вспоминали старые все эти ремесла, какие-то вещи новые, какие-то старые вещи брали у людей, позаимствовали. Ну, плавно так перетекли в наше время. Каждая вещь, созданная кольчугинскими мастерами, уникальна и несет определенный художественный смысл. Технология литья из бронзы и латуни по выплавляемым моделям позволяет воплотить любой образ, возникший в голове. Так, суздальский праздник огурца символизирует миниатюрный бронзовый овощ. На свет появляются герои из русских сказок размером с наперсток, а талисман 2017 года навечно застывает в металле и становится украшением интерьера. Большим спросом у государственных деятелей пользуются подарочные наборы с гербами России, которые презентуют иностранным делегациям. Над созданием каждого бронзового шедевра работает целая команда. Дизайнеры, художники, гравюры, мастера по литью. Каждый работник предприятия не просто талантливый специалист, но и профессионал в сфере цветной металлургии. Заказать свой собственный неповторимый бронзовый сувенир может любой желающий. Как говорят здешние мастера, воплощать идеи и дарить миру красоту – их главное призвание. Екатерина Глазкова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.